Звыш 50 дипломов конкурсов международного и республиканского уровня. Усяго за один учебный год скарбонка Свислицкой школы мастерств пополнилась десятками престижных узнагород. Установа, где занимаются около 300 детей, специалисты по правам называются правной кузней юных талентов. А створенные у школе умовы, как доказывает практика, позволяют максимально раскрыться каждому из вучню. Владимир Лобан поназирал за творшим процессом. У Свислицкой школы мастерства черговая репетиция. На сцене узорный эстрадный ансамбль «Натхнення». Назва дитячего коллектива, сумневаться у этом не доводится, цалком отповедает настрою его удельников. Юные скрипачи с захоплением выконывают непростую музычную композицию. Я уже 7-й год играю на скрипке. Мне очень нравится играть с ансамблем. На ансамбле мы играем популярные хиты, популярную эстраду разную такую. Иногда можем погрузиться в классику. Каждый день прихожу в музыкальную школу. Мне очень тут нравятся все предметы, особенно ансамбль и специальность. Для меня музыкальная школа – это уже как жизнь. Я хожу в нее 6 лет. Стена у фойе школы амаль цалком заполнена дипломами разных конкурсов. И это означают специалисты только частка достигнений у мясцовых вучняв. Причем мясцовые таленты проявляют себе не только у музыцы. Скарбонку установы так само пополняют узнагороды мастацкого и хореографичного профилю. У нас очень много достижений. И, допустим, прошлый учебный год стал для нас значимым, результативным, победным. Наши дети участвовали в различных конкурсах, фестивалях, и копилка достижений школы пополнилась 55 дипломами победителей международного, республиканского, областного, регионального уровня конкурсов и фестивалей. Да и внутреннее житие школы мастерства является не меньше насыщенным и, безумовно, творчим. Тут Свислицкая установа вылучается властными традициями. Ежегодно мы встречаем своих первоклассников торжественным мероприятием, церемонии посвящения. Кроме этого, ежегодно новогодние мюзиклы, спектакли для своих учеников готовит творческий коллектив школы. В апреле месяце агитационная кампания, в рамках агитационной кампании театрализованные представления для учащихся начальных классов. 18 листопада, как известно, Свислич будет принимать областный фестиваль працовников села «Дажинки» 2017. Не застанется у боку от масштабного мероприятия и коллектив школы мастерства. Как запланировано, музычное приветствие удельникам и гостям свята хлеборобов подрихтуют выкладчики школы, а учени порадуют присутных новой выставкой своих творов.